автоцентр «Фаворит», который располагается на выезде в сторону озера Соленое, ну, вот круговое здесь рядышком, АЗС «Шурави», пользуется, ну, уже достойным вниманием, потому что ассортимент постоянно увеличивается. Ну, мало того, вы видели, какой здесь сервис. И, кстати, сюда и надо записываться по телефону 49 69 30. Ну, вот интересно. Вот такой ассортимент масла. А как люди-то в этом разбираются? То есть, есть ли здесь настолько квалифицированные люди, чтобы разобраться во всех этих САИ, API и еще там много чего? На что стоит смотреть при выборе моторного масла для вашего автомобиля? Значит, на передней этикеточке обязательно посмотрите вязкостные характеристики. 5W40. Да? Оно показывает две характеристики вязкости. Это зимняя 5W и летняя. Отсюда мы видим, что масло у нас сезонное. Первая цифра показывает температуру, ну, при которой, скажем так, масло начинает загустевать и перестает прокачиваться при пуске вашего мотора. 5W, ну, если так перевести на градусы, это примерно минус 35 градусов Цельсия. Если цифра ниже, это будет 0W, то мы будем уверены, что при минус 40 у нас мотор заведется. Естественно, чем выше, тем выше температура. Вторая вязкость 40, она показывает вязкость при нормальной температуре, то есть когда уже двигатель ваш прогрелся, масло вышло на рабочую температуру, именно показывает вот эту вязкость. Бывает 30, 40, 50, 60. А тут включается еще один фактор. Урал не только опорный край державы, так здесь еще и ярко выраженный континентальный климат. То есть зимой при дуновении ветра машина в сосульку, и картер-то может охладиться до минус 50. А летом плюс 40, по трассе и в пробке это не предел. В результате жидкое масло не набирает давления и дальше металл по металлу. То есть летом лучше летнее, погуще, что особо хорошо для турбовых двигателей. Кстати, чтобы не попадать на бабки, разумнее все делать здесь. Здесь покупать масла, причем зная, что здесь есть 80% масел, продаваемых в России, и в оригинальных упаковках в том числе. Здесь покупать фильтры, и здесь они есть на все автомобили, и здесь же менять масло. За 100 рублей. И скидку получить в 20% на предыдущие покупки. Ну, масло же вы купили здесь, и фильтр. Теперь покопаемся в том, что написано более мелким почерком. API расшифровывается как American Petroleum Institute. Это классификация, разработанная Американским институтом нефти и топлива. Каждый год, ну, несколько лет они выпускают класс с заявленными характеристиками масла, и все производители пытаются, скажем так, под них уже изготовить свой продукт. Как правило, она указана на задней стороне этикетки, вы увидите. Класс API показывает качественные характеристики моторного масла. И, значит, буковка S – это бензиновый класс, буковка C – это дизельный класс. То есть здесь мы видим, что у нас масло подходит как для бензиновых автомобилей, так и для дизельных. Вторая буковка показывает, скажем так, новизну класса. Чем дальше буква по алфавиту, тем более высокий класс. То есть мы видим N – это у нас последний класс API. То есть оба этих продукта, они соответствуют стандарту SN и заявленным характеристикам производителя. Поэтому оно подходит для современных моторов. И какой уже продукт выбрать, это уже решать вам. Итак, автоцентр «Фаворит» дал вам полную информацию, где он располагается. Ну, это понятно, вы в сторону озера Соленое, русские бани, тут много чего. Вот, СУПНР, дорожка мимо него проходит. Вот, мы выяснили, для чего нужны вот эти буковки. API, SAI и все остальное. То есть вы просто открываете книжечку и смотрите. Потом здесь выбираете доступное масло, ну, любых наименований. Хотя, в принципе, наша тема – это «Лукойл». И мы когда-нибудь вам обязательно покажем, как оно производится.